Я еще одну такую песню написал на стихи Дмитрия Беличенко. Дмитрий Беличенко был прекрасным поэтом, и он больше четверти века прослужил в газете «Красная звезда». Он ездил по горячим точкам, по всем, писал тут потрясающие репортажи в газете «Красная звезда», публиковал. И вот меня познакомили с его творчеством мои друзья из этой газеты. Я изумился его стихам. И одно из них, песня называется «Перекличка». Представьте, на какой-то большой площади стоят все рода войск, которые когда-либо защищали Родину, начиная от витязей, от древних, да, значит, гусары там, кирасиры, все, и советские солдаты, вот все они на площади, идет между ними перекличка. Такая песня. Перекличка идет, перекличка идет по военным полкам, долетает до вас повелительный бас старшины, и касаясь плечами, и выровняв руки по швам, вы ему отзоветесь, кто с этой, кто с той стороны. Вы ему отзоветесь, кто с этой, кто с той стороны. Ваши средние братья под ядрами Бородина, ваши старшие братья боят на непредве коней. Вы бессмертные люди, такая уж должность дана нашей русской землею для лучших ее сыновей. Нашей русской землею для лучших ее сыновей. Голоса, голоса, то ли это гречиха гудит, то ли топот полков обгорелые носят ветра, то ли тень самолета над самой крышей летит, то ли над родиной нашей победно несется, ура! То ли над родиной нашей победно несется, ура! Ваши средние братья под ядрами Бородина, ваши старшие братья поют на непредве коней. Вы бессмертные люди, такая уж должность дана нашей русской землею для лучших ее сыновей. Ваши средние братья под ядрами Бородина, ваши старшие братья поют на непредве коней. Вы бессмертные люди, какая уж должность дана нашей русской землею для лучших ее сыновей. Вы бессмертные люди, какая уж должность дана нашей русской землею для лучших ее сыновей.